Приветствую всех на своем канале, с вами Маркело Борис. Продолжаю пилить видосы про вот этих роботов, которых я рассказывал, на которых можно без первоначальных вложений начать зарабатывать. И эта компания дает такую возможность. Здесь на бонусы можно покупать роботов. Итак, какие роботы здесь есть? Если кто-то решится зарабатывать на роботах на свои деньги, тоже здесь можно это все сделать, завести свои деньги и сразу начать зарабатывать. Но если у вас нет первоначальных вложений, соответственно, вот на бонусных роботах будете зарабатывать. Бонусы сначала. Переходим мы к этой вкладке. И что я вам посоветую? Вот вы видите, что бонус мой составляет 44,88. То есть я на подходе того робота, который я могу на бонусные деньги взять. И этот бонусный робот мне, соответственно, будет приносить 40 дней 1,10% в сутки. Но нужно учесть, что только по рабочим дням. Суббота-воскресенье прибыль забирает сама компания, которая предоставляет этих роботов. Сразу рекомендую, если вы вот решили купить, если вы на свои деньги решили робота купить, не скупиться на $50, а найти $250. Смотрите, здесь тема какая. То есть процент здесь одинаковый, 1-2, но здесь робот будет работать 50 дней. А здесь за $50 тоже 1,2, но робот будет работать на 10 дней меньше. То прошу это учитывать, если вы это будете делать. Также, кто собирает бонусы, соответственно, наверное, надо накапливать вот на этот более большой бонус. На более большой робот, чтобы он вам больше денег приносил, процент тот же самый, но на 50 дней. Ну и также, если вы дальше будете продолжать, соответственно, вот здесь вот на бонусные деньги вы можете приобретать вот этих роботов, можете посмотреть, если вы будете развивать эту тему. Ну и здесь вот тоже на бонусные можно купить, ну я не знаю, $25 000. Ну возможно у кого-то получится это скопить за столько денег. И здесь вообще так... по-королевски, можно сказать, вот на 100 дней $25 000. Ну, здесь дело хозяйское, как говорится. Итак, как нужно здесь вот начать зарабатывать, ну, хотя бы на бонусные. Первое, что вы должны сделать, это вы должны пройти верификацию. Видео верификации будет в самом конце, там увидите. После того, как вы проходите верификацию, вам выдается вот такой вот робот на $100. Там и на сайте написано $100 подарок. То есть, насколько долго эта акция продлится, я не знаю. Но, тем не менее, вот вы видите, что здесь на короткий срок. Вот эти будут реальные... роботы, как вы видите, это вам дается за партнеров. И, соответственно, они тоже вам начисляют бонусы. Вы видите, вот эти бонусы ежедневно мне начисляются. И что нам нужно сделать? Когда вы зарегистрируетесь, вы зайдете в раздел «Карьера». Сразу скажу, что если вы хотите сразу понимать, если вы на русском языке, то есть на английском не понимаете, вы можете сразу перейти на русский язык, перейти в кабинет и перейти непосредственно в раздел «Карьера». И здесь будет первое задание пройти верификацию. Ну, еще раз повторюсь, что видео верификация будет в конце этого ролика. И первое задание вы должны опубликовать. То есть сделать селфи с надписью, я вот уже показывал. Надпись вот такая, FinTrade Center. Вот так вот берете, фотографируете. Можете даже на свою веб-камеру, либо на фотоаппарат. Селфи сделали, все. И с определенными хэштегами выставить в социальной сети. Можно ВКонтакте, можно в Фейсбуке. Ну, где у вас попросят, там и выставите. То есть здесь нет ничего такого запретного. Вот, смотрите, бонусы я еще зарабатываю здесь за задание. Здесь нужно опубликовать видео в социальной сети. У них есть свой видео. Видеоролик, вы его публикуете. Записать видеоролик и опубликовать в соцсетях, это я уже сделал, это уже несколько раз я сделал. Для меня это не составляет никакого труда. Вступить в группы FinTrade Center,
опубликовать в социальной сети. Это пост о именно FinTrade Center. Там будет, я говорю, со своими хэштегами. Просто пишите «присоединяйся к нам» и хэштеги. То есть, и вот это, этот пост, ссылку на этот пост отправляйте на модерацию. Вам вот эти бонусы будут начисляться. Так быстрее у вас все пойдет. Из новостей, что у нас из последних новостей, сразу говорю, что если вы фейковые аккаунты будете делать, вот уведомление от службы безопасности здесь 13 числа опубликовали, то есть все аккаунты, которые заподозрят в мошенничестве, их будут блокировать. Еще один подарок, робот на $750, тоже идет свой конкурс, мы можем посмотреть. Что это за новость такая? В период с 8 ноября по 10 декабря проводит промоушен активных партнеров. Выполни 1500 личных продаж, 6300 командных и получи подарок робота за $750. Всем желающим принять участие, ну, в карьере вы это все можете почитать. И все это реально. И вот этот робот за 750 рублей, тоже, то есть долларов, он вам тоже будет приносить проценты. Смотрите, по структуре обязательно зайдите, проверьте. Обязательно зайдите, проверьте. Если у вас какие-то люди не активированы или вот желтыми кружочками, это значит, он не прошел, этот человек, еще верификацию. Обязательно с ним свяжитесь. Здесь есть электронная почта. Напишите ему на электронную почту, чтобы он прошел верификацию. Вот люди регистрируются. И я тут обратил внимание, да, фейковые аккаунты создают. И некоторые начинают приглашать других друзей, знакомых. Это очень хорошо. Но будьте готовы, что у вас запросят верификацию на ваш кабинет, что вы должны пройти верификацию. Это будьте готовы. По транзакциям я вам могу тоже показать. Соответственно, в текущих у вас будут реальные деньги. В накопительных это реферальные от работы вашей команды. И в бонусных вы можете тоже посмотреть. Бонусные сейчас откроются, и вы вот видите, что вот мне эти бонусы зачисляются с роботов, зачисляются с выполнения заданий, зачисляются. Вот это все мне идет в плюс на покупку робота за $50. То есть это я тоже буду снимать за $50. И, соответственно, здесь еще есть в карьере задание, которое я опубликую. И еще плюс $3 себе в копилочку положу. То есть в любом случае я буду сейчас стремиться, чтобы у меня получился робот за $250, потому что очень-очень сладко на бонусах получить робота за 250, и этот робот уже вам будет 1,10% капать в день, то есть вывод здесь от... Сейчас покажу, тоже все покажу, будет, ну, уже буду заканчивать. Вот, смотрите, сумму здесь от $10 можно выводить в биткоинах, этериумах, на Pair кошелек можно выводить, на Perfect Money кошелек выводить. То есть минималка здесь $3. То есть, когда у вас будет накапливаться $3, вы в легкую будете это выводить. С учетом того, что видео уже о выводе я видел. То есть, все реально, все легко. Заходите, регистрируйтесь. Ссылка на регистрацию будет под этим видео. И будем зарабатывать вместе. И будем продвигать эту тему. Очень интересно. На этом заканчиваю. Всем привет.